Сергей Никонов следит за преображением Крымской площади из окна своей квартиры. 30 лет дом, в котором он живет, соседствовал с полузаброшенной территорией. И вот, наконец, сейчас этот участок земли преображается ударными темпами. Самарец рассказывает, не успел моргнуть и глазом, а подрядчик выполнил более половины ремонтных работ. Ну, учитывая, что у меня 9-й этаж, и с окна у меня все видать, у меня утром начинается, вечером заканчивается. И уже умственно, так сказать, делаешь отметки, что сделали, вот, а что еще и не сделали. И, в принципе, ну, мне приятно наблюдать за этим процессом. Вот эта незатейливая конструкция – будущая беседка. Пока смонтирован только железный каркас. Но после того, как уложат плитку, его обошьют деревом и придадут эстетичный вид. Также поступят и с металлоконструкцией ротонды. Осталось навести лоск и на одном из главных арт-объектов Крымской площади – Ялтинском маяке. Его уже смонтировали, сейчас подключают прожектор, осталось облицевать нижнюю часть конструкции. Совершенно по-новому будет выглядеть и этот участок площади. Здесь появится сухой фонтан. После окончания гранитных работ и подключения подсветки он заиграет яркими красками. Фонтан будет идти по кругу, он будет вровень с землей, горизонтальный. И если, как видели, вот на набережной, примерно фонтан будет из земли выходить строй. То есть можно будет по нему ходить. А подсветка и, будет? Да, и подсветка будет. И на нем еще будет стоять название городов Крыма, Евпатории, там все, Севастополь. Такой орнамент красивый будет. То есть можно будет прийти и по этой карте посмотреть и ехать в Крым. На Крымской площади и вокруг нее уложат около 5000 квадратных метров плитки, обустроят 5 зон с лавочками, сделают торшерное освещение. Установят около 20 урн для мусора. Тротуары, ведущие к площади, заасфальтируют. А вот озеленением подрядчик займется через неделю. Уложит более 4000 квадратных метров рулонного газона. Затем отрегулирует и работу автополива. Ремонт еще не завершен, а Крымская площадь уже сейчас привлекает внимание самарцев. Благоустраивают сквер по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также по программе формирования комфортной городской среды. Она вообще сама по себе особенная. Во-первых, здесь будет фонтан, который мы ждем. Здесь маяк, который уже преобразил площадь. И вообще, в общей картине площадь, она раньше была маленькая, совсем незаметная. Вокруг ездили трамваи, ее никто даже не замечал. Сейчас она выглядит совершенно по-другому. Мне кажется, она просто современный вид. Все ремонтные работы подрядчик обещает завершить к концу августа. И в День знаний самарцы смогут прийти в сквер и порадоваться красоте обновленной Крымской площади. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События.